Меня зовут Абрамович Олег Владимирович. Я приехал с Кавказских минеральных вод на русскую Атлантиду. Цель моя, во-первых, мне понравилась идея, это, как сейчас модно говорить, этого проекта. Вот. Ну и с другой стороны, просто пописать древнерусскую архитектуру, познакомиться с памятниками Ростовского Кремля, ну и вообще Ростова Великого и окрестностей. Вот. Ну и как бы продолжить практику живописи пленэрной. От себя скажу, что все в целях как бы для собственного развития, потому что мне очень нравится фраза Сократа: «Познай себя сам». Я познаю в пути. Вот так. Отнесу ему куртку. Так,